Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Начинаем хоккейный турнир на приз 103-го бронетанкового завода. Мы проводим его второй раз. И хочется, чтобы, и мы надеемся, мы верим в это, что это станет традиционным турниром. Количество участников будет увеличиваться. Роль нашего турнира будет расти, так же, как растет, развивается наш 103-й бронетанковый завод. Желаю, чтобы значимость этих матчей только возрастали. Несмотря на то, что это второй год, и также желаю, чтобы он стал действительно традиционным.